Друзья, всем большой привет! Я приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем с вами готовить шашлык с названием Наполеон. Итак, друзья, для приготовления сегодняшнего нашего шашлыка Наполеон я буду использовать. Здесь у меня 2 килограмма мяса, молодого бычка, кусок сала, из приправ кориандр, морская соль, черный перец. И для соуса, которым я буду смазывать при жарке шашлыка, это будет оливковое масло, 1 маленькая луковица и 2 зубчика чеснока. Это я все перемешу блендером, и получившимся соусом буду смазывать мясо при жарке, оно получается более сочное и более мягкое. Итак, друзья, приступим. Вот здесь уже мясо, оно уже порезано на такие слайсы, такие стейки. Нам надо где-то в среднем 2 сантиметра. 2 сантиметра, вот такие вот полосочки. И откладываем в сторону. Мясо свежее, хорошее. Шашлык должен получиться очень вкусным. Итак, друзья, я порезал наше все мясо на вот такие вот ленточки, полосочки. Теперь приступим к сбору нашего шашлыка Наполеон. Берем кусочек мяса. Сало я тоже порезал на вот такие вот тоненькие. Второй слой сала. Опять мясо. Кусочек сала. И все время так мы чередуем до самого конца. Мясо, сало. Итак, друзья, вот такая красота у меня получилась. Теперь возьмем черный перец. Соль. И кориандр. Все это слегка прижмем, притрамбуем. И так же самое с другой стороны. Черный перец. Соль. И кориандр. Оставим мариноваться. И теперь займемся нашим соусом. Как я прежде говорил, для нашего соуса я буду использовать оливковое масло. Так будет достаточно. 2 зубчика чеснока и 1 луковицу, чтобы наш блендер справился лучше с нашей задачей. Я его порежу. Все, теперь закрываем и перемельчаем. Thank you.
Ваш соус готов? Нужно идти на улицу распаливать мангал. Итак, друзья, наши угли готовы. Производим закладку мяса. И сразу смазываем чуть-чуть нашим соусом. И с обратной стороны так же самое. Запах пошел неописуемый, непередаваемый. Итак, друзья, шашлык Наполеон готов. Вот такая красота получилась. Сейчас пойду в дом и буду дегустировать. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока-пока.